тут посадили. Вот видите, как красиво сделали. Сейчас я увидел, что еще люди на поле есть. Вчера было много людей. Еще. Так. Ветер сдувает. Пропалывают люди. Там подальше. Вот такая немножко дуга. Гористая местность. Видите, поле. Вот мост. А я иду в ту сторону. Ходите по такому ветру, потому что если этот вирус, то он все сейчас разносится. Он вообще падает в 1,5 метрах. Ну, человек кашлянул, например, и вирус, он как бы тяжелый, и он падает на землю. А когда сильный такой ветер, понимаете, оно же поднимается все и... Ну, понятно, поэтому маски, говорят, не защитят, но все-таки хотя бы хоть какая-то надежда есть. Вот так, что тут у нас цветет? Сейчас посмотрим. Похоже, это... Так, миндаль. Миндаль. Цветение. А, тут два дерева. Я смотрю, думаю, что же это такое. Вот тут цветочки так. Вишня. Вишня, скорее всего. Все, поняла. Понятно. Вот опять горки, тут трасса. Сейчас я дойду, посмотрю. Вон машина поехала. Люди хозяйство тут держат тоже. Свиньи. А, вон следующее село я вам покажу. Смотрите, видно. Опа, вот оно. Там перед ним Некрасовка не видно, закрывается. А это называется Ступе. Почему так назвал? Вот эта вот гора, это гора Тарелка, потухший вулкан. И вот это, ну, как бы, ну да, на склоне горы вот эти дома построены, как ступеньки. И так и назвали Степе. Вот. Это примерно 5 километров от меня. О, смотрите, как видно. Здорово, да? Вот. Я думаю, вам будет интересно. Крым, Бахчисарайский район. О, смотрите, что я еще вам покажу. Машина. Одуванчики. Одуванчики. Можно варенье с них. Что там собираешься, я уже забыла. Я варила разок. И что, вкусненько, интересно. Вон, женщины красивые, цветочки какие.
Так вот баки мусорные повалились. Смотрите. Ничего прикольного. Такой сильный ветер. Ветер сильнючий. Сильнючий. А я пойду вот в этот магазинчик. Это женщина с нашего села. На год меня младше. Она недавно открыла. Сейчас я выйду на трассу и покажу вам трассу. Вот эта трасса пошла на сторону северная. Северная и Кача. Меня сдует вместе с ней.